Друзья, всем привет! Сегодня у нас экскурсия музея Алабина, выставка «Человек в космосе». Готовы? Погнали! Итак, музей имени Алабина, выставка, посвященная полету Юрия Гагарина в космос. 12 апреля 61 год. В этом году исполняется 60 лет, юбилей. Так, это макет ракетно-космической системы «Энергия Буран», который представлен на Московском шоссе в районе Самарского государственного аэрокосмического университета имени Королева. Ну, ныне Самарского университета. Если кто там учится, те, я думаю, должны знать. А вот это у нас макет двигателя, который установлен в музее на первом этаже. У меня есть еще один канал, который посвящен вопросам самообороны и безопасности. Самооборона от ударов палки, биты. Самооборона от оружия, самооборона подручными предметами, самооборона в лифте, в подъезде, на лестничной площадке и так далее. Кому интересна эта тема, подписываемся на канал, ставим лайки, ссылка в описании. Сюда, да, здесь там как-то добить. Более, я здесь могу сделать какое-то расслабляющее движение, просто раз, и вот он опять у меня здесь, я его контролирую руку. Здесь я могу там, какие-то ему делать там болевые, там крутить, там, не знаю, там, ну, там хватать его как-то. Стопы, стопы,
я должен защититься вот от этой угрозы. С первой еще раз говорю, мы пугаемся. Да-да-да-да, брат, что хочешь. Тихо-тихо, только не режь. Что хочешь? Телефон? Деньги? Что хочешь? То есть я усыпляю его бдительность, я испугался. Я его спрашиваю, что он хочет от меня? Может, он там не будет меня резать, да? Может, он просто возьмет там деньги, там телефон и уйдет. То есть я начинаю с ним беседовать. Да-да-да-да-да-да. Чуть-чуть. Деньги я не хочу. Деньги? Сколько? Давай, сколько не знаю. Деньги, давай, давай, давай. Здесь что-то... Нет, сейчас я посмотрю. Ну, ну, сейчас, дай вам. Что делаешь, бля? Брат, ты что делаешь? Также на выставке «Человек в космосе» представлена вот такая вот ракета «Союз», макет которой установлен на проспекте Ленина в Самаре. Там же есть музей «Самара космическая». Изображение Сергея Павловича Королева, конструктора ракетно-космических систем. В честь его назван университет в Самаре, как раз Самарский аэрокосмический университет имени Королева, ну, ныне Самарский университет. Макет космического корабля «Восток-1», спускаемый аппарат и приборный отсек. We'll be right back.
Наша планета Земля. Это, насколько я понял, планета Солнечной системы, представлена в космосе, в космическом пространстве. Также в музее представлена информация о том, как развивались этапы, какие были развития ракет. И всякая другая информация, как и что происходило. Сначала в космос летали животные, ну а потом уже 12 апреля 1961 года Гагарин впервые полетел в космос. Корниенко Михаил Борисович, космонавт, который ведет сейчас, есть канал на Ютубе, «Год на орбите», по-моему, называется. И вот космонавты снимают, в том числе именно вот он, проект «Год на орбите» и показывает, как и что, в общем, это все в космосе происходит. Очень интересно, всем рекомендую посмотреть. Гагарин, получается, просто облетел вокруг Земли, но в космос он не выходил, в открытый космос. Это сделал другой космонавт Леонов.